Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с моном Пиксель Мун. В прошлом эпизоде, как вы поняли, мы словили легендарного покемона. Это у нас был Молтрес. Ах, охренеть, охренеть, охренеть. И, в принципе, как я говорил, наверное, сейчас мы все-таки будем делать ультраболы, собирать, как бы, априконы, так как ультраболов у нас уже нету. Зараза метанки, Белдум, хрен ловится, заразы. И да, давайте мы пойдем... Наверное, все-таки вздремнем. А то ночью как-то не очень. Так, ну да, как раз увеличим наших покемонов. В принципе, я сейчас посмотрю, сколько Виви счастья уже. 115. Еще приблизительно 100, да? Приблизительно. Мам-мам-мам, рам-бам-бам. Так, никого нету. Мьюту, нету, нету, мьюту, нету. Так, ладно, пойдем мы соберем черненькие. Соберем мы черных. Черные. Черные, 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 черные. Так, давайте пойдем в наш первый дом. Соберем тут. Я и забыл, что тут у нас есть тоже. Вот так вот. Так, ну чё, кто-то за... Да, когда ты пропадёшь? Твою мать. Вот этот мусор, который я выбросил. Ладно, пусть валяется. Так, кто-то есть? Да, Катерпи. О, кстати, лесок у нас тут. Лесок у нас тут. Сейчас мы... Ещё сколько нам там нужно? 6 камней, чтобы эволюционировать в Виппинбелла. Кадабра на дереве. Абра на земле. И камушки, 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 камушки. Где же ваши камушки наши? Чуть нету. Чуть... О! Ни хрена себе. Вот и заспавнился. О, отлично, еще один. И все, еще может. Я думал, где-то 30 штук на дереве одном заспавнились. Нет, нету, ладно. То бишь еще... Еще сколько? Еще 3 штуки осталось? 9 штук или 8? Я что-то как-то считаю сейчас. Вроде 8 нужно. Нет, 9, 9, 9. 9 нужно, не 8. Я что-то забыл даже, сколько нужно. Как-то я давно даже камни вот эти уже не крафтил. Я в магазине покупаю их почти всегда. Ну, хотя нет, не в магазине, а как бы выбиваю их с покемонов-боссов. В магазине я покупаю только лунные камни, так как их нигде не достать. В смысле, нереально достать, так как их, в принципе, нету. И с покемонов-боссов я вообще не знаю, выпадают ли они. Ну, о, еще один камушек. В принципе, лунный камень, мунстоун мне с покемона босса вообще еще никогда не выпадал. И не знаю, выпадает ли он вообще. Тут-то дайл, тут-то дайл, чикарита, ты не чикарита, не нужна нам чикарита, залагала, а нет, разлагала. Так. Ну, в принципе, даже если туда будет, каким хреном мы условим? Ух, ни хрена себе. Так. Джунгли, 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 идем мы в джунгли, идем мы в джунгли. Искать Мью, Шайни Мью, которого я прокакал, не увидел. Так. Тут никого. Камушки, 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 камушки. Нету камушков. Нету. Ладно, пойдем мы. Хрен его знает куда. Так, 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 так,
Так. Не кам, а вообще на вот на этих деревьях даже камушков даже не бывает, да? Ну, в смысле, на ели. Ладно, пофиг, пойдем мы в нормальный лес. Обычный, в смысле. О, гипно. Ты. Во горло. Ты как раз нам подойдешь, чтобы забабахать тебе. Ну. Так, убиваем, убиваем, убили. Так, сколько счастья в нашей Иви? 115. Да чё ты никак не нарадуешься, Иви? Это у нас гравлит. Опять чикарита, чикарита, чикарита. Не нужна нам чикарита. Это вообще нет. Самый первый синдаквил, который мы словили после обновления. Это у нас был синдаквил, потом вроде чикарита. Что-то ни хрена не вижу, в смысле камушков. Так. Сколько? Еще три штуки, да, осталось 9. Нам нужно 9, нужно 9. Не вижу я вот эти камни. Камни. О, мудкип. Вот твою мать. Классно, классно, но лучше бы ты был Тотодайлом. Вообще бы зашибись было. С одной стороны. А с другой стороны, чем бы мы его словили? Одним ультраболом? Вряд ли. Вряд ли мы его бы словили одним ультраболом. Если бы, наверное, очень повезло. О, сколько вас тут. Ух, 49 уровень, ни хрена себе. Ты что, зажрался, слоубро? А вроде следующий... Нет, не тебя хотелось зайти, тебя не хотя, не вот тебя. Через ада. Вроде следующей эволюции тут еще пока что еще нету, да? То бишь слоупок, потом слоубро, потом вроде я. Вроде слоукинг, что-то такое. У него вроде корона на голове, если я помню. Ну, вроде нету его еще эволюции. О, 41 уровень, 41 уровень. О, бегаю тут. Тугодумы. В прямом смысле. Тугодумчики, тугодумчики. Сколько у тебя уже счастья, Иви? 115, радуйся, Иви, радуйся. Тебе нужно счастье, радуйся, Иви. Так, бежим мы куда-то сюда. Куда-то. Кто это у нас? Ты нам тоже не нужна. Кто ты? Кого? Так. Ух ты, ни хрена себе в уровни большие. Залагало. Опять начинаются лаги. Когда уже сделают наконец-то вот этого? Ну, в смысле, на 1.7.2 версию Пиксельмона. Когда уже вроде есть там всякие обновления на сайте, что типа там, ну, пока новости, типа, что там добавили вот то, добавили вот это, добавили еще что-то. Пишется, что типа там покелут, типа, помните, что можно ходить на земле всякие. Всякие вот эти. Покеболы, с которые открываешь, и с них выпадает, ну, что-то с них может выпасть. Типа там написано, что вот покелут скоро для Пиксельмона 3.0, типа для новой версии. Ну, если скоро, то я не знаю, когда она выйдет, но в ближайший месяц, ну, не знаю, честное слово, не знаю, ну, будем ждать. Потом сразу же перейдем на новую версию Пиксельмона. Я все-таки думаю, что можно будет начать с самого начала. Ну, в смысле, начать с самого...
мать, это горло. Начать сначала, в смысле, карту Пиксельмона. Ну, хотя бы еще нужно словить Забнуса или Мьюту, потом уже можно думать. Так, еще пишут, что в пустынях есть Тотодайл. Вообще пишут, что везде есть Тотодайл, если так верить всем. И еще один миф. В аду нету никаких покемонов. Это уже не раз. Это понятно, наверное, всем, что в аду нету покемонов. Если вы не верите, я сейчас пойду и покажу, что нету никаких там покемонов. И нету никакого шанса, что там спавнятся легендарные покемоны. Откуда вы вообще это берете, дорогие друзья? Я, конечно, ну не знаю. Ну, просто есть такие люди, которые пишут, но сами не видели вот это. Сами не знают. Сами где-то услышали. Сами где-то кто-то сказал, они это услышали. И просто потом повторяют. Я ничего против не имею, против этих людей. Но просто... Перед тем, как, например, писать, что в аду спавнится Мьюту, вы пойдите сами и побегайте там вообще... О, деревня. Вы пойдите сами, походите, посмотрите вообще, есть ли там какие-то покемоны или нет. А потом уже пишите. Я еще раз скажу, извините меня, я не хочу никого обидеть. Я не имею ничего против... Вообще не имею ничего против. Но... Просто... Если вы не видели, что там действительно спавнится вот... кто-то с покемонов, то лучше не пишите, так как, например, говорю, кто-то сказал, что там в аду спавнится Мьюту, да, кто-то увидел, и потом тот, кто увидел, пишет другим, другие увидели, потом пишут третьим, и поэтому потом и выходят такие путаницы, как говорят, что лаборатории всякие команды R существуют, но их не существует. Так что я думаю, все поняли. Ну, давайте сейчас, в принципе, сбегаем в ад, ничего страшного. В принципе, может, после обновления там кто-то испанится, хрен его знает. Ух, просто я чувствую, что сейчас нереальные лаги будут. Давно я не был в аду, это как бы уже перенесенный мир, и хрен его знает, что там сейчас будет. Сейчас, прикиньте, залетаем, а там... Мьюту стоит перед нами, типа, привет, добро пожаловать в ад, лови меня, я твой, забирай меня целиком. Ух, какое все красивое. Ух, тут не, все, выбегаем. Ух, эти звуки, эти лаги, ну сколько глустона, ни хрена себе. Чё-то я боюсь, как-то тут ходить, такие лаги. Давайте мы, наверное, убавим немножко вот этого, как его там. Дальность, чё я туплю так? Это у нас там крепость, да? В крепости тоже никто не спавнится. Никто там не спавнится, дорогие друзья. Сейчас я пойду и докажу, что никто там не спавнится, если это крепость. Ух, чуть не упал. Я умру, если упаду туда. Нет. Ну, проэкспериментировать нужно, да? Ну, как вы заметили, вообще нету никого. Тут ни монстров, ни боссов, ни... Ну, не боссов, в смысле, ни покемонов, никого. Чё-то я просто напросто очкую, знаете, летать туда на Чаризарде, например. Ну чё, бежим железные яйца. Ты чё меня потолок бьёшь, зараза? Нет, выключаем режим яиц железных. Манал я летать, еще упадем и прокакаем наш мастербол. Вот сейчас я не хрен поймешь, где, откуда мы прилетели. А вот отсюда. Нету тут никаких покемонов. Идем и назад.
Нет, все, выбегаем, выбегаем. И вообще, это бы было глупо, если бы в аду спавнились покемоны. Что это за фигня? Откуда в аду могут быть покемоны? Покемоны с садом, да. Так, 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 так. Никого, никого. Баттерфри. Еще кто-то есть? Дальность. Нет, да, точно, дальность. Вот так немножко получше. Дратини. Алмазы. Джунгли. Мью. Нет никого. Ладно. Нет, никого нету. Так что давайте мы пойдем в наш первый дом. О, второй дом. Не первый, а второй. Вздремнем. Так. А что там с нашими ультраболами? Вот так. Опять жрачки почти что нету. Опять кушать ничего нету. Так, никто не заспавнился. Нет. Пойдем мы, наверное, пшеничку соберем. Кушать же нужно. И если там, конечно, приконы. Ну, пару штучек есть. Так, отлично. Пшеница, пшеница. Ну твой, не хоть. Чё мне сейчас сделать мотыгу только? Ну, ты. Ну да, ладно. Нужна все-таки мотыга. Ну, пшеницы тоже до хрена. Сейчас мы это все пособираем. И пойдем делаем, сделаем мотыгу. Или она у нас есть? Нет, нету. То есть палочки, и зато есть булочник. Сказал булочник, взял гравий. Умник. Так. Копаем вот это, что затоптали. Ух, это что я включил? F8, да? Да. Да, тут я вообще выкопал. Так. Посадим, посажаем вот это все. Сделаем себе сейчас хлебушек. Кто не заспавнился? Кто бывает такое, да, что делаешь что-то одно, у тебя там сзади как и с Мью было. На заднем плане у тебя там Мью, да, шарится, а ты его не видишь. Или там покемон босс. Так, ну сажайся ты уже, хватит. Ух, как раз хватило. А, у меня же еще 45 штук есть. Вот. Хватило, да. Перехватило. Ну что, никого? Ладно, пойдем мы поскладываем это все в комп... Какой нафиг компьютер? В сундук. Вот это, вот это. Вот это. Вот это, вот это, вот это. Да. Да, нет. Вот так. Нет, еще вот это. И сделаем хлебушек.
Ну, как раз хотел, 21 штука. И сейчас еще я хотел. Еще можно вот это поставить. Так. Кто-то заспавнился? Нет, никто не заспавнился. Так что. Так, секунду. Давайте я еще быстренько сбегаю домой. Быстренько. Сколько у нас дерева, нифига себе. Возьму косточек. Вот так, да. Вроде никого. А тут... Вот Райдон там. Ну да, да, так, что хотел, что хотел. А, косточки, 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 конечно же, косточки. Ух, сколько вас уже тут. Я все-таки, дорогие друзья, наверное, начну делать априконы вне съемки, так как это... Ну, в смысле, не априконы, а покеболы, так как это занимает достаточно такое большое количество времени. И плюс к тому... будет быстрее, если я это сделаю без съемки, так как если на съемке это будет долго, вот это все, ну не знаю, вот так, отлично, это мы собрали, вот так, сейчас я набабахаю себе черных приконов. О, а то желтых просто куча. А черных вообще нет. Нормально. 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 Еще вот тут один. И сколько у нас там? Ну... Нормально, стак набрали, то бишь 64 плюс 64, нет, так, у нас тут, если так считать, 64, то бишь 120, ну, если так округлять, 120, идут у нас 30, 150, если так считать, то, в принципе, получится где-то по 75, получится где-то 75 ультраболтов, я не буду сейчас точное число называть, ну, приблизительно где-то 75, в принципе, это нормально. Это нормально. Так что, дорогие друзья, давайте на этом закончим. В принципе, до следующего эпизода я, наверное, уже... У нас есть вроде вот молоточек, молоточек, молоточек. Вот тут у нас. Я уже, наверное, сделаю части покеболов, ультраболов. Кстати. Кстати. Железо. Железо. Ух, сколько я сделал. Ну, нифига себе, потратил стак почти что железа. Ну, нормально, зато хватит вот теперь. 100 штук как раз нормально будет. И все, дорогие друзья, на этом и заканчиваю. Или хотя, ну да, больше никого тут нету. Так что, дорогие друзья, давайте на этом закончим этот эпизод. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.